Обеспечение сохранности и безопасности пенсионных накоплений казахстанцев – основная задача для государства. Об этом во время расширенного заседания правительства заявил председатель Национального банка Данияр Акишев. По его словам, в сложной экономической ситуации для государства предложение по использованию средств пенсионного фонда должно рассматриваться в том случае, если будет обеспечена их максимальная сохранность и безопасность. Для этого главный банкир страны отметил, что Национальный банк совместно с правительством готов проработать соответствующие предложения с учетом прозрачного и открытого распределения средств. Отдельный вопрос, который я хотел бы остановиться, это ситуация с инвестициями активов Единого накопительного пенсионного фонда. Текущая структура инвестирования требует совершенствования с учетом новых задач, стоящих перед страной в непростых экономических условиях. Однако основной задачей является обеспечение сохранности пенсионных накоплений наших граждан. Все иные задачи являются второстепенными.